Привет, друзья, с вами Ваймс, и я продолжаю проходить Автобелл, и сегодня я... В прошлый раз я прошел не Мегасатану, к сожалению, я пытался пройти Мегасатану за Айзека, но у меня не получилось. В общем, из-за всякой разной фигни. Но я пытался это сделать. Сегодня, я думаю, я пройду что-нибудь за кого-нибудь. У меня есть Лазарус и Иден еще с непройденным хашем, синий чувак с непройденным хашем, Каин. Я думаю, да, почему нет? Каин, хаш, опционально... Мегастана, если получится. Каин стартует с повышенными статами небольшими. Ну, немного повышенными. У него есть чуть повышенный урон. 4,2 вместо 3,5. У него есть повышенный множитель урона. Собственно, от этого у него и повышенный урон. И у него есть повышенная удача, по-моему. Насколько я помню, у Айзека она 0 со старта. И повышенная скорость. Но у него... Ау. Понижена жизнь. И дальность, по-моему. Я не помню, что у него с дальностью. То ли повышена, то ли понижена. Ладно, неважно. Самое важное — это повышенный урон, повышенная удача. Да, точно, у него удача-то у него повышенная как раз. У него предмет, повышающий удачу со старта. И мой первый предмет — это вот эта вот фиговина. Страх. Я не люблю статусные эффекты. Ну, пусть будет. Также Каин стартует с ключом, что очень хорошо. Ключ — это хороший стартовый предмет, потому что можно открыть магазин на первом уровне, если понадобится. Можно открыть предмет на втором уровне без проблем, гарантированно. Бомбы, на мой взгляд, немножко более полезны, потому что это секретные камни. Но все-таки ключи тоже окей. Старт с деньгами, например, за Иуду, за того же. Это как-то совсем не то. Ну и два сердца — это достаточно хорошая жизнь стартовая. Это немного, но это и немало, скажем так. А, и также, поскольку я немножко задонатил в грид-моде, Каин стартует с отмычкой, так что он может открывать золотые сундуки бесплатно, и это офигенно. Это значит, что ключи почти не нужны. Они нужны, чтобы открывать предметы и магазины, по сути, и все. И это офигенно. Так что если я найду где-то сундуки на первых уровнях, то это будет достаточно сильным бонусом для меня. Окей. Little Horn — это довольно легкий босс. Ну, он интересный. Один из любимых моих боссов в игре, наверное. Один из самых интересных боссов в игре. Повышение скорости и дальности. Ну, у меня почти кап скорости из-за этого. Что, конечно, хорошо с точки зрения быстрого прохождения, потому что мне нужно все-таки для того, чтобы попасть к хашу, мне нужно дойти до сердца за полчаса. И повышенная скорость передвижения в этом помогает очень сильно. Но я не уверен насчет того, насколько она мне помогает уворачиваться от всего, потому что я слишком быстрый. И конкретно Роид Рейдж, по-моему, какую-то инерцию, что ли, добавляет дополнительную или что-то подобное. То есть в большинстве случаев, если у меня 1,9 скорости, это не проблема. Если я беру Роид Рейдж, я как-то начинаю хуже уворачиваться из-за этого. Ошейник Гаппи. Шанс ожить после смерти. Плюс 1/3 Гаппи. Полезно. Ну и да, я остался с половинкой сердца всего лишь, но у меня есть синее здесь. Так что на самом деле у меня 1,5 сердца. Это намного более хорошая ситуация. Ну, посмотрим, что на этом уровне. Скорее всего, хреново все на этом уровне, потому что пауки толпами, которые перепрыгивают не туда, куда надо. И отражают мои выстрелы. Какой ужас. Эта комната просто... Эта комната абсолютно ужасна. И эта хрень наспавнила 6 пауков. Нет, 5 пауков. Ну, уже 6. Тот паук перепрыгнул не туда, куда он должен был перепрыгнуть, и потом еще и очень долго отражал мои выстрелы. Я не знаю, что это. Зачем оно? Нокбэк такой, что ли? Интересно.
Какой-то нокбэк у меня появился от этого дополнительный, которого раньше не было. Да, я сильно отталкиваю врагов при попадании. И отталкиваю я их назад, а не в сторону, как это обычно бывает с нокбэком в этой игре. И это довольно полезно. Джокер. На этом уровне мне не нужен, скорее всего. Я все-таки лучше возьму отмычку. Она ценнее, намного ценнее, чем нокбэк. Это плюс для меня, потому что у меня было меньше сердец, чем получилось в итоге. А, черт. Ну ладно. Сойдет. Батарейка мне не помогает, и эта большая комната тоже мне не сильно помогает. И это босс. У меня нет синих сердец, скорее всего, потому что меня потрогал тогда чемпион, так что, скорее всего, мне снесло целое синее сердце. Так что надо быть осторожным, очень осторожным. Ну, у меня все еще 100% шанс сделки с дьяволом. У меня есть Джокер, так что это тоже очень сильно улучшает всю ситуацию. Но все-таки. А я пока что не пойду к боссу, кстати. Да, у меня сейчас все еще 100% шанс сделки с дьяволом, а здесь я его, возможно, потеряю, но я бы все-таки предпочел найти предмет. И получить что-нибудь полезное. Перед сделкой с дьяволом, потому что на боссе я его с большей вероятностью потеряю этот шанс сделки с дьяволом. А, что это были за тормоза? Ну и Джокер у меня всегда есть, опять же. Мне нужна бомба. Окей. Придется идти в большую комнату, это всегда плохо. Они обычно опасные. В данном случае, ну, средне опасные, я бы сказал. Это не что-то такое уж прям совсем страшное, но... И не самая приятная комната. Как удобно. Ну, удобнее было бы, если бы это вообще не был чемпион, который разваливается на двух. Но хотя бы он сам с собой разобрался. Окей. Предмет это... лев, по-моему. В общем, бесполезная хрень. Ни один из полезных знаков зодиака. Я хочу заглянуть в магазин. Я бы очень хотел взять Dealer's Options, но... Я не могу, потому что у меня нет денег, и у меня нет бомб, чтобы достать эти деньги. Увы. Я куплю синее сердце. Чтобы не потерять шанс сделки с дьяволом. Ну, в общем, пока что этот ран так себе. За два уровня у меня пока что ничего хорошего, но я два уровня, конечно, еще до конца не прошел, так что еще есть этот босс и сама сделка с дьяволом. А синее сердце довольно важно сейчас, потому что у меня всего два красных сердца. Так что если сделка с дьяволом будет чем-то за два сердца или двумя предметами за одно сердце, я не смог бы их купить, не имея синего сердца. Потому что я бы от этого умер. Поскольку у меня всего два сердца было. Ну, теперь уже больше, но это не заполненное. Ну, блин. Иера и Ансуз. Джокер, наверное, более ценная вещь. Увы, хотя Иера и Ансуз это полезные вещи. Я не буду брать эту фигню, потому что это фигня. Да, я не залочу сделку с дьяволом, но с другой стороны, оно мне не так уж и нужно. А, черт. Так, я думаю, сначала стоит убить настенных пауков. Они более опасны.
Они зонят. А мелкие пауки добивают. Так что если настенные пауки по мне не стреляют, то мне есть куда уворачиваться. И из-за этого все проще. Полет бы. Так, ну я сразу нашел босса. Это, конечно, интересно. Но не уверен, что я могу его сразу убить. С базовыми статами, так что я не пойду к боссу сразу. И я не пойду в магазин сразу, потому что у меня нет денег. Так что в магазине смысла тоже никакого нет. Окей. Окей, это визуальный баг. Если бы это был не только визуальный баг, то это было бы очень хреново. Ну, страх иногда все-таки помогает, как сейчас, но в некоторых ситуациях он делает врагов очень непредсказуемыми. Особенно на боссах это проявляется иногда. Да что же такое, почему бесполезные предметы? О, у меня еще и прокинул, хрен знает куда, потому что лабиринт. Ладно. Так, ну, у меня есть бомба, у меня также есть жрица. Хорошо. Да, это очень хорошо. Ну и это не такой босс, на котором я должен получить урон. То есть это достаточно легкий босс. Даже если бы я ему не снес 90% жизни, ну... Скорее там 80 или 75% жизни, но все-таки. Дальность это нехорошо. Ну то есть нет, дальность это хорошо, конечно, это положительный стат, но... Это не тот положительный стат, который мне сейчас нужен. Окей. Я не знаю, что я вообще здесь делаю, потому что тут нет ничего особенно полезного. Я уже нашел предмет, он был бесполезной хренью. Упс. Я уже нашел босса, он тоже был бесполезной хренью. Ключи мне всякие не нужны. Я, наверное, пытаюсь просто найти пару золотых сундуков, потому что у меня есть предмет, который делает золотые сундуки бесплатными, но у меня нет самих золотых сундуков. По крайней мере, в доступных местах. Ну, или, возможно, я умру в этой комнате, потому что эта тупая муха по мне непрерывно стреляет. Окей. Окей. Ну, мне не будет сильно жаль этот ран, если меня кто-нибудь убьет. Потому что у меня нет абсолютно ничего полезного. Черт, да, меня кто-нибудь действительно убьет. Ну ладно, может быть, этот ран будет лучше. Он пока что сразу выглядит немножко интереснее. Да. И... Да, я не знаю... Почему вот эта вот фигня происходит? Почему? Зачем? Почему она на первом уровне может произойти? Это самое худшее нововведение в Afterbirth. Теперь мне нужно искать бомбу, чтобы получить предмет. Рядом с которым я начал. Ну, или тратить жизнь, что... На XL этаже это вообще абсолютная хрень. В общем, геймбрейкинг баг — это вот эта вот фиговина, которая летает по комнате и слегка дамажит врагов и навешивает на них статусный эффект, по-моему. И... Упс, ну, прощай, сделка с девом. Привет, пробой. Раз уж такое дело. Пробой плюс скорость. Скорость это хорошо, у меня она и так повышенная. Пробой это тоже очень хорошо. Меня, возможно, сейчас убьют из-за того, что я с половинкой сердца остался. Меня зажимают в углу, да. Ну, посмотрим. Это был не очень хороший старт.
Excel-этажи, когда там один из предметов так закрыт, это ужасно. Потому что это обычно хороший предмет почему-то. То есть я не так уж часто нахожу там что-нибудь бесполезное. Сменись? Нет, жаль. И я не могу его подобрать, даже если я готов рискнуть своей жизнью, потому что... Сделка с дьяволом. То есть не на Excel-этаже, я бы просто взял этот пробой сразу же. Но на Excel я не могу. Окей. Так, паук, прыгни. Черт, тупой паук. Так, на этого паука один выстрел, на второго, скорее всего, тоже один выстрел. Пауки, подходите сюда, я здесь. Черт, нет, у него было два выстрела. Да, почему у него такой мелкий радиус взрыва? Паук, паук, смотри, я здесь. Смотри, я здесь. Да, отлично. Это именно то, что я пытался сделать. Окей. Так, ну теперь я могу зареролить предмет пару раз. Получить что-то более хорошее, чем шуб-да-вуп бесполезный. И все будет вообще хорошо. Ну, я заодно посмотрю, что тут происходит. Ничего хорошего. Окей. Я не против. Это хотя бы легкая комната. Ну и здесь, естественно, я могу сделать вот так. Получить синее сердце, получить пару монет. Наверное, я сразу возьму синее сердце. Я буду использовать бомбы для этого. Это что-то, чего у меня никогда... А, нет, это что-то, что у меня уже было. Я... Почему у него крылья? Если бы у него не было крыльев, было бы понятно, что это. А так, мне кажется, это какой-то демон, которого у меня никогда не было, но это всего лишь тупой Лоуки. Ну, он стреляет во всех четырех направлениях, хотя бы что-то полезное. Он может иногда наносить много урона за счет того, что он внутри врага, и все четыре выстрела попадают, или хотя бы там три выстрела попадают. Такое возможно. Ну и плюс он иногда попадает по тем врагам, которые ко мне сзади подкрадываются. То есть вот сейчас я стреляю по боссу, а Лоуки попадает по паукам иногда. Полезно. Сердце сойдет. Можно было бы заглянуть в магазин, но я не хочу, потому что у меня не 15 денег. Отлично. Я ненавижу эту комнату, она... Ну, в ней может не получить урон, как я только что сделал. С базовой скоростью это немножко сложнее. Ну и, в принципе, я ее просто слегка ненавижу. Слишком много мух для первого, ну, для первых двух уровней. Да зачем? Окей. Игра не хочет, чтобы я подбирал эти тряпки Лазаруса. В общем, сейчас, да, за Каина это нормально, потому что у меня 4, больше 4 урон. За Айзека я убиваю этих мух не с одного выстрела, с двух только. Так что эти мухи намного толще, чем сейчас. И в такой ситуации эта комната ужасна. Монстро плюс куча трэша. Я думаю, я сделаю так. Избавлюсь от одного из трэшей. Задамажу монстро. Я надеялся избавиться от большего количества трэша, но что поделать. Не удалось. Окей. Ну, это не будет особенно сложно. У меня все еще нет хороших предметов. Но зато у меня хотя бы есть много сердец. Разных цветов. Супербинт — это еще больше сердец разных цветов. И... метка, ну, повышение урона плюс 2. Хорошо, да, я счастлив. Ну, относительно. Здесь, может быть? Нет. Ну и нафиг тогда все.
Я пойду дальше. Окей, это хороший старт, кстати. XL этаж это хуже старт. Я бы предпочел все-таки не XL этаж. Но это терпимо. Упс, ну и куча сердец плюс... Да, блин. Куча сердец плюс... плюс метка, это хороший старт в плане предметов именно. Особенно учитывая, что это куча синих сердец. Ну и что я Каин, то есть повышенный множитель. Йорди. Опс, какого хрена она так быстро стреляет? Это будет долго, но это будет довольно легко. С моей скоростью тут довольно сложно получить урон. Достаточно просто отойти влево или вправо. Окей. Ну и когда-нибудь оно кончится. Готово. Предмет, регенерация, я не хочу регенерацию. Ну и чат дропнет мне ужасный, бессмысленный свой предмет. Персональный. Который восстанавливает сердца. Это тоже регенерация, только немножко более адекватная, потому что она не... Как бы она зависит от меня, потому что он дропает сердца. То есть я могу их не подбирать, если я хочу их не подбирать. Но все равно. Восстановление красных сердец не нужно. Почти никогда. Хотя... Нет, я возьму и то, и другое. Ну, я не могу не взять и то, и другое, конечно. Окей, Крампус. Потому что это новая, ну... Новая, не новая фишка с комнатами пожертвования. Комната жертвоприношения, наверное, правильнее. Что за них дают ништяки? Типа ключа к мега-сатане и самого мега-сатаны. Много красной жизни может оказаться хорошей идеей. Мне не нравится эта комната для боя с Крампусом. Потому что эти блоки, они скорее мне мешают, а не ему. Да? Почему он начинает двигаться до того, как он закончил свою атаку? Блин, это ужасный бой. И в этом всем виновата комната. Тут 4 костра по углам, и эти блоки очень мешают мне по нему стрелять. И он спамит свой бримстоун, перестань. У тебя есть обычная стрельба. Нет, это абсолютная жопа. Ну ладно. Допустим. Идите нафиг, пауки. Ненавижу этих пауков. Почти любых пауков, в общем-то. Но этих особенно. Да, вот эта комната намного проще. Намного проще. И один из предметов. И это... Золотой телепорт. Неинтересно. Телепортирует меня в комнаты в фиксированном порядке. Он телепортирует меня сначала в обычные комнаты, где я еще не был. Если я во всех обычных комнатах был, то... Ну да, в обычных комнатах, где я не был. А если я во всех был, то он меня телепортирует в комнату в секретку, потом во вторую секретку, потом в сделку с дьяволом и так далее. В общем, в комнату с ошибкой. В общем, он, по сути, перечисляет все комнаты, где я мог бы быть или не быть. Зачем мне трансформация? У меня уже все пройдено за Иуду. Кроме мега-станы, кстати, так что, может быть, это и хорошая идея. Если бы только у меня был заряжен Бримстоун, я бы все убил в этой комнате.
Ну, где еще что-то живое? Так, ты умри. Ты умри. Магазин. А, у меня нет ключей, отлично. Где-то на карте есть ключи, но они так расположены, что я не могу их подобрать, так что ли? Да. Естественно. Естественно. Интересный вариант этой комнаты с дроидом. Какой же он живучий. Я, конечно, понимаю, что это чемпион, но не настолько же. А, да, дыра. Ау. Ну. Джокер, я там уже был. Так что это не важно. Да, так намного быстрее. Предметы хорошие отказываются выпадать. Это проблема. Ну, что поделать. Мне они как-то почти всегда отказываются выпадать, а потом внезапно выпадает какой-нибудь совершенно имбовый ран. То есть там на 20 ранов, в которых у меня нет ни одного полезного предмета, выпадает один ран, в котором я все убиваю ваншотом, даже финального босса, там вообще абсолютно все в игре. Ничего между этим у меня не случается, по-моему. Да, блин. Ладно, может быть, этот ран будет более адекватным. Кто знает, никто не знает. Скорее всего, нет. Предыдущий ран, конечно, был более адекватным, чем большая часть моих ранов, но... Все-таки... Недостаточно адекватным. Пофиг, что там выпало, я не могу это достать. Где предмет? Вот предмет. Что предмет? Широкий выстрел. Я каким-то образом только что сдамажил двух врагов одним выстрелом. Он пробой дает? По-моему, он пробой дает. Пробой плюс спектральные слезы? Или что-то одно из этого? Нет, просто спектральные слезы. Не так круто, как пробой плюс спектральные слезы, но все-таки. Куча бомб это тоже довольно хорошо. А, нет. Бомж. Зачем? Зачем ты здесь? Шанс пробоя это не так хорошо, как то, что у меня есть. И это еще один секретный камень. Тут не было? Тут не было. Ладно, я возьму все синие сердца, мне... Лень будет за ними возвращаться. Окей. Спектральный выстрел — это хорошо. Пробой был бы, опять же, лучше, но все-таки. Широкие выстрелы — это тоже, в принципе, неплохо. Но все-таки и то, и другое как-то не так полезно, как хотелось бы, скажем так. Окей. Скорострельный секай, но очень не хватает. Но Айзеку тоже с базовыми статами.
Дальность — это не то. Но посмотрим. Окей. Я могу открыть ту комнату, и я, скорее всего, это сейчас сделаю. После этого чувака. Глотание, обжорство. Ау. Ау. Ладно, теперь я тем более могу это открыть. Плюс одна бомба. Что здесь? Ничего хорошего. Если есть паутина, значит там будет переход на следующий уровень вместо секретки. Переход на следующий уровень мне не нужен. Мне на этом уровне есть что, есть чем заняться пока что. Две батарейки в одной комнате. Зачем? У меня нет активного предмета вообще. Угу. И наконец-то появились золотые сундуки. Да, окей. Плюс 0, сколько-то? 0,5 урона, по-моему, и множитель 1,5. И кельтский крест тоже неплохо. Не супер, но неплохо. В общем, это вот уже намного лучше. Это хорошая прибавка к урону. Это какая-то небольшая прибавка к выживаемости, крест. И плюс, опять же, спектральные выстрелы, это тоже полезно. Так что этот ран мне нравится гораздо больше, чем все предыдущие. Уже. А я еще не знаю, что ждет меня здесь. И ждет ли меня вообще хоть что-то здесь. Почему ты от меня прыгаешь? Ты должен ко мне прыгать. Окей. Повышение жизни сойдет и... Ха. Ну, поскольку я могу и то, и другое взять, я возьму и то, и другое. Я даже сделаю вот так перед этим. Кельтский крест дает мне неуязвимость иногда вот так вот при получении урона. Окей. Теперь я делаю как? Я беру Бримстоун. Литл Бримстоун. Он, собственно, Бримстоун. И я беру Абадон. Абадон убирает все мои красные сердца в любом случае, так что я все равно потерял бы все три. Но дает мне 6 черных. И плюс 1,5, по-моему, урона и еще всякую фигню. Так что, окей, это очень хорошая ситуация. А, страх он еще дает. Это просто идеальная ситуация. У меня широкие выстрелы, у меня... Куча жизни, просто с выживаемостью вообще никаких проблем. И у меня даже еще и адекватное количество денег, и Little Brimstone. Отлично. Little Brimstone — это не основной мой источник урона. Я им, наверное, не буду особенно активно пользоваться. Иногда, когда это удобно, когда мне нужно там убить кучу слабых врагов. Да, это имеет смысл. Потому что у него пробой встроен. На боссах я буду сам стрелять скорее. Хочу ли я в комнату с проклятием? Я бы не отказался. Но я не хочу тратить на это половинку черного сердца. Ну, целое черное сердце. Хотя я в любом случае трачу на это целое черное сердце. Потому что полета у меня нет. Может быть, я найду карту, которая позволит мне потратить всего лишь половину сердца. И тогда это лучше будет сделать с первой половиной. Комната с проклятием. Смерть. Я еще сюда вернусь, я практически уверен. Окей, треть гаппи. О, их с одного убиваю. Окей. И куча денег. Хм.
Как мне восстановить мои сердца после того, как я 12 из них потрачу? У меня 12 и нету. Нет, мне нужно 11 всего лишь потратить, но все-таки. Ладно, пока что смерть. Отличное место, чтобы ее применить. Ха. Работает ли это так, как я думаю, это работает? Потому что если да, то это просто супер. Черт. Да, блин. Я хочу, естественно, зайти туда, потратить там часть сердец. И использовать не песочные часы. Ну, да, песочные часы, по сути, чтобы вернуться назад. Удвоение предметов я очень хочу получить. Но оно мне не сейчас нужно. Ну, собственно, часы мне нужны только на этом уровне. Так что как только я узнаю, работает ли это так, я смогу от них избавиться. Так, ну, собственно, учитывая, что у меня есть батарейка, наверное, стоит сразу попробовать слегка. То есть не тратить всю свою жизнь на это, естественно. Так, батарейку надо сдвинуть, чтобы я ее случайно не подобрал, если что. При первом использовании дропается монета. Ну, там шанс, что дропнется монета. При втором там шанс, что дропнется, по-моему, 3 монеты. При третьем... Хотя нет, я могу сколько угодно жизни тратить, потому что у меня же песочные часы. При третьем еще чего-то шанс, сундука, по-моему, дальше еще сундука. Или что-то типа того. Дальше. 3 монеты. Окей. Дальше еще сундук. И дальше я жму пробел. Беру батарейку. Стоп, оно откатывает мои предметы тоже, правильно? Черт. Да, оно все откатывает, правильно? Да, ну тогда нет, тогда оно абсолютно бесполезно для меня. Я надеялся на другое. Как мне достать много жизни? Потому что оно снимает по целому сердцу. У меня нет красных сердец, так что их я восстанавливать себе не могу. Я могу использовать часы все еще грамотно. Например, зайти в комнату с проклятием и посмотреть, что там. И решить после этого, стоит ли мне оставить себе то, что я там найду, или стоит применить часы и свалить оттуда. Мне что-то подсказывает, что я применю часы и свалю отсюда. Правда, урон я получил, наверное, на входе, так что... Да. Этот урон засчитается. То есть я его получил еще в этой комнате. Окей. Ну, тогда остается только купить удвоение предметов. И посмотреть, что еще. Что выпадет с босса, что выпадет с дьявола, если он появится. И с этим всем разобраться. Чад, естественно. Который нафиг мне не нужен. Окей. Ну хотя бы он легкий. И ничего. Жаль. Очень жаль. Ну, посмотрим.
что тут. Сундук. Сундук — это хорошо. Сундук — это не очень хорошо. Окей. Ну, хотя бы тут легкие боссы, по-моему. Хотя... кто здесь второй босс? Пип? Если Пип, то тут не легкие боссы. Черт. Да, блин, как я его ненавижу. Слишком много всякой фигни, от которой надо уворачиваться. И всего лишь какая-то тупая монета в качестве награды. И фриз. Окей. Отпустила. Это легкая комната, естественно. Это тоже не суперсложная. И это туда же. Бесконечные ключи до конца уровня. Ну, пригодится. У меня есть предмет, который я еще не открыл. У меня есть магазин, который я еще не открыл. Так что, да, полезно. Где все эти вещи, мне интересно? Но где-то они, наверное, есть. Видимо, просто не здесь. Ну, вот магазин. Жадность. Не то, что мне нужно. Упс. Так, ну посмотрим, что у дьявола, если он тут появится. Ну или у босса, если дьявол тут не появится. Босса коробка. Коробка — это не что-то очень хорошее. Хотя плюс к урону... Нет. Золотые сундуки ценнее. Окей. У меня хороший урон, так. Больше, конечно, всегда хорошо, но... В данной ситуации мне хватает. Ну и предмет осталось найти. Всего лишь. Всего лишь предмет, который нифига не спавнится в адекватных местах. Упс. Ну, это хотя бы всех убьет. Уже хорошо. Окей. Бомба еще одна. И предмет, ура! Ура, предмет. И это... Что будет, если его удвоить? Мне нужно знать. Два просто их будет прилетать? Да. Ну, не так интересно, как хотелось бы. Но все равно интересно. И все, поехали. Этот ран пройден, по сути. Ну, я все еще могу умереть. Скорее всего, от того, что я сам себя убью. Оно все еще, да, оно все еще работает. Окей. Управление мышью надо включать отдельно. В конфиге. Конфиг лежит, по-моему, в моих документах где-то. Там нужно просто поставить единичку вместо нуля в строке, где что-то с мышью связанное написано, по-моему. Могу я изменять? Сейчас... Да, я могу изменять прицел между попаданиями. И это офигенно. Если бы только я мог каким-то образом достать бесконечное количество жизни и достать комнату с... комнату жертвоприношения, вот эту вот самую. Тогда я мог бы... убить еще и Мегастану в этом ране. И это было бы совсем офигенно.
Но, увы. Ладно. Что тут? Понятно, не нужно. Дальше можно просто практически все игнорить, просто идти быстро. И убивать. Опс. Ну, блин. Почему он... Я же держу кнопку, почему он стреляет. Ладно. Да, какой у них радиус взрыва? Нет, я, видимо, себя все-таки убью. Ключи есть. Так проще. Заодно я теперь знаю, куда мне идти, а куда мне не идти. О нет, это пауки, они убьют себя огнем, и я убью себя ракетами. Ну, разменялись. Пауки себя одним, я себя другим. Ладно. Если бы еще перманяк найти. Чтобы я не получал урона от взрывов. Они не будут меня лечить, но я хотя бы не буду получать урон от них. Найти пироманьяка плюс найти кучу красных сердец — это вообще мечта. А, черт. Красных сердец в смысле контейнеров, естественно. Сами сердца у меня массово дропаются, они мне не нужны. Это мне, в принципе, тоже не нужно. Ну, пусть будет, скорострельность, она как-то на меня, по-моему, влияет. Возможно, не уверен, нет. Наверное, нет. Почему вы оба в одну... Почему они оба так, как бы, оба в меня? Они же должны в одну сторону именно лететь. Так, какого черта ультражадность? Тебя тут не должно быть. Окей. Секретка вторая. С сердцем, хорошо. И... война. Допустим, и... допустим, нет. Не супер. Аркада не сильно помогает. Это вообще не помогает. Так, подбери уже карту эту. Секретка тут? Нет. Тогда пофиг. Вау. Дверь, какого хрена? Ура. Надеюсь, мне не придется возвращаться. Вирус — это ядовитое касание, не нужно совершенно. Да сколько же вас там? Окей. Ура, наконец-то. Магазин, который... магазин. Ну, еще один Джокер. Ну, нет. Нет смысла таскать с собой их обоих, так что одного сразу применить. Батарейку я куплю просто потому, что я могу. И босс. Ну, собственно, нога. Опс, рановато выстрелил. А!
Да, нога в этом сетапе это худшее, что есть в игре. У меня слишком медленно прилетают ракеты, так что я не могу... Как бы я не могу среагировать на нее, мне нужно заранее стрелять куда-то. Мэнгстона. Правильно, да, сойдет. Это все мне не помогает, хотя это какая-то новая муха, но я не хочу с ней связываться. Не хочу связываться с Босс-Рашем. Муха-то, ладно, с ней-то я могу связываться. А вот Босс-Раш не то. Не нужно. Окей. Да, блин. Почему он агрится с такого расстояния? Он не должен. Окей. Сойдет. Так, ну и я пойду вниз. И получу кучу урона, потому что меня окружают. Окей. Сойдет. И босс найден. Ура. Скорость мне не нужна. Бластоцист мне тоже не очень нужен. Но он легкий хотя бы. Очень легкий, если первую фазу пережить. Дальности урона на меня особенно не влияют. И Крампус, естественно, который кончится от одного залпа. Ну, у меня есть батарейка, так что я быстрее заряжаю его голову. И она может пригодиться, потому что в ближнем бою ракеты не очень хороши. Кто бы мог подумать, что ракеты не очень хороши в ближнем бою? Как такое вообще могло бы в голову кому-то прийти? Ау, я все равно себя сдамажил. Да, блин. Что тут происходит? Веселье тут происходит. Не особенно нужное мне веселье, но все же. Хотя бы удача растет. Я взял негатив, так что мне нужно идти вниз. Еще более быстрая перезарядка? Нет, я не думаю. Как бы полезен Крампус не был, я не думаю, что он настолько полезен, чтобы отказываться от бесплатных сундуков. С другой стороны, у меня довольно много ключей. Но все-таки я не хочу. Комнаты мне попадаются. Мне не попадается жизнь, чтобы с этими комнатами что-то сделать. Потому что, чтобы с ними что-то сделать, нужно иметь красные сердца. Нужно иметь много красных сердец. На уровнях красные сердца мне попадаются. У меня у самого нет красных сердец. В этом проблема. Так что, наверное, это все-таки не решает основную проблему Мегастаны. К нему очень сложно попасть, взяв сделку с дьяволом. Потому что после сделок с дьяволом у меня обычно очень серьезные проблемы с красными сердцами. Так что, с одной стороны, я не могу получать... Я не могу получать комнаты с ангелом, потому что я беру сделку с дьяволом. С другой стороны, я не могу таким способом потратить свою жизнь, чтобы... как это сказать? Чтобы получить ключ таким способом, потому что у меня нет этой жизни.
Я не могу себе позволить потратить столько жизни. Вейфер решает проблему. Еще пара предметов решает проблему. Но в большинстве ситуаций я не могу ничего сделать. Да, блин. А. Интересно. Ну, это хотя бы будет достаточно легко. Очень даже легко, я бы сказал. Ну, дьявол для начала, он, скорее всего, будет, да, абсолютно бессмысленным, но все-таки. И теперь хаш. Сундуки бесплатные. Плюс корона, которая ничего для меня не значит, и куча денег и бомб, которые тоже для меня ничего не значат. Повышение жизни, конечно. Ладно. Волшебный гриб. Повышение жизни. И... синее сердце. Я can see forever. Допустим. Есть смысл вдонатить, сколько я могу, просто чтобы потом оно было здесь вдоначено, потому что там уже почти кончились деньги. Что будет, если я Джокера применю? Тут есть сделка с дьяволом, просто она недоступна. Интересно. Ладно. Ладно. Теперь я знаю, что она тут есть. И также теперь я знаю, что здесь есть хаш. Ну, это я и так знал. Я не уверен, что ракеты — это хороший вариант против него. Ну, посмотрим. Я могу просто уворачиваться в основном. И просто держать на нее мышку, но, блин, дамага ему довольно мало наносится. Окей. У него применяется страх от этого, странно. Мухи дохнут, отлично. Эфир на них юзается, окей. А, черт. В этих вот паттернах у них дыра есть, очевидно. Но также, если я достаточно далеко, то они в меня просто не попадают. Эти почти выстрелов. Ну, половина почти. Так что, в принципе, это нормально работает. Углы довольно безопасные при этой атаке. Не все, возможно, но какие-то точно. А, черт. Ну, я не уязвим. Я снова уязвим. Я не достреливаю до него. Надо быть ближе. Новая эта фигня. О, теперь в другую сторону эта фигня. Нет. Какого черта? Да перестань менять направление так часто. Блин. Сколько жизни я потратил на этой одной комби такой из пары атак.
Окей. Возможно, я его вообще не смогу убить. Слишком спам. Слишком спам врагами. Нет, определенно, ракеты против него довольно хреново работают, потому что они низкорастрельные, и мне очень неудобно убивать его мелочь. Особенно, когда она по всей комнате раскидана. Вообще, этот босс мне как-то все меньше и меньше нравится. Ультрагрид хороший, этот... Если бы он не закапывался под землю, что его нельзя дамажить каждые 15 секунд, он был бы адекватен, наверное, более-менее. Но все равно паттерны у него наркоманские, конечно. Я труп. И он опять под землей. Какой же это тупой босс в этом плане. Готов, ура. Одно сердце. D12. Ну, хотя бы у меня есть какой-то анлок. Я даже не знаю. Надо ли мне что-то еще здесь? Могу ли я что-то еще здесь получить? А, секретный камень, который я до этого не нашел. Но он бы мне не помог. Как насчет тут? Тоже. По-моему, тут... Как-то очень часто есть секретные камни. Может быть, они тут гарантированы? В этих двух комнатах. Ну и мега-сатану я вряд ли убью, скажем так. Точнее, нет, мега-сатану я точно не убью, потому что у меня нет ключа к нему. Но темную комнату я вряд ли пройду. Ау. Поздновато для этого. Фолан, что ты тут делаешь? Иди нафиг отсюда. Ненавижу вот таких входов в комнаты, потому что я вхожу, я не вижу за счет своей головы того, что там камень надо мной. Я пытаюсь вернуться вверх, и нифига, там камень. Я сейчас исключительно из-за этого получу урон на фоллоне. Лол. Черт, ну я труп. Совсем. Ну, тупые призраки. А, фриз. Окей, что здесь происходит? Не то, что мне нужно. Я точно труп совсем. Ну, хотя бы это было легко. Упс, это тоже было довольно легко. И это было легко, надо же. Я его ваншотнул просто. Пойду возьму то сердце, которое где-то там лежит. Которое мне совершенно не поможет, я вообще зря его взял. Потому что... Теперь, если я... А хотя у меня полароида нет, так что вообще нет разницы. Негатив не такая уж полезная штука, чтобы ради него половинку сердца держать. Не то. Не совсем то. Совсем не то. Окей. А, я зря сюда зашел. Но, к счастью, это легкая комната.
Я сюда зашел, чтобы задиспавнить пауков в основном. Вау. Но все-таки, что это делает вообще здесь? Ничего. Окей. Эти тупые знаки вопроса. Это то, что они делают. Они дают мне проклятие. Проклятие, как оно называется? Лабиринта. Вот, как оно называется. Ну, хотя бы сердце. Хотя бы что-то. Это не помогает. Да какого хрена? А труп? Нет? Нет, надо же. Я не труп. Как? Я не верю. Да, где ты там вообще? Еще половинка сердца. Еще одна секретка, окей. Меркано и... Не помогает, не помогает. Не особенно помогает. Совсем не помогает. И помогает, надо же. Окей, у меня лабиринт и у меня отсутствие карты. Что за фигня тут теперь происходит? Ну, хотя бы у меня появилась жизнь. Я нашел босса. Если меня не кинет лабиринт куда-нибудь, хрен знает куда, то все будет вообще хорошо. Дочищать уровни не буду, потому что отсутствие карты. Но хотя бы я пройду игру. Ну, естественно, я уже открыл одну вещь, которая мне нужна. То есть я убил Хаша. Ну ладно, в общем, в итоге получился интересный ран, потому что у меня двойные эти ракеты, они абсолютно бессмысленные, но все-таки. В общем, я надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. Пока.